Доброе утро, ребятушки. Сегодня у нас 22 сентября, четверг. Наш заключительный день на речке. Мы уже перезакинули донки. Сейчас будем готовить потихонечку завтрак. Погода также пасмурная. Ну, вроде без дождя. Сегодня мы постараемся опять что-то достойное поймать. Погнали. Все поешь? У нас очередное гончарное дело. Лепка шаров. Заключительный закорм намечается на 8 утра. Скотина у нас нарыбалился и спит, ребятки. Голова где-то там под лапами. Говорит, все, крючок, поймался на крючок, игрался с макухой и на крючок попался. Крючок ему из лапы достали. Все, он устал. Щука! Ё-моё, ребятки, смотрите, на макуху щуки клюют. Вот такие вот они тут и ловятся, пашук. Выпускай, она маленькая совсем, пашук. А, давай, на видосе заснимем ее. Ребятки, на макуху, на доночку. Вот такой шнуркобесов, видите? Да отпускай ее, пашук, отпускай. Да вон ее кинь в этот, в воду, нехай бежит. Они тут вот это и буянят здесь возле берега, видишь? Хопс. И все. Думали лещ, а она щука. Поводок только посмотри, чтобы он не был не погрызенный. Ребятки, короче, мы уже полчаса мусолим, что-то даже забыл. Этот водоемчик снова и снова. Вот, вода вроде прям сегодня хорошая, пены не так много. Но мы пока за полчаса не увидели ни одной поклевки. Я поролоню, братик силиконит, меняет приманки. Я буду на этих точках точно буду поролонить. Оп, оп. Чепоков клюнул. Все-таки понял. Клюнул чепоков на понял. Ближний. Все-таки вот он. Ох, какой чепинкос. Ах ты, красавыл. Вообще, перший. Откуда ж ты, друг? Ё-моё. Ты ему глазик, по-моему, поранил. Перший чепоковый. Вообще, ну откуда ж ты там такой? Ёлки-палки. Ну, друг, ну что ж ты там делаешь? Вон глазик, видишь, поранил его. Придется экзекуцию делать, блин. С глазиками такие дела. Попробую еще вынесу. Да. Тихо. Да отпускай его, дергается, видишь. Чтоб тебя еще не поранил. Первый национальный за сегодня. Я думаю, спасибо, Дон Батька, бля. Да, я думаю, хватит. За изнасилование нас в последний день. Да. Всеми местами и правдами, неправдами, блин. Просто, ну капец, ну столько курнуть, это просто надо быть же просто, я не знаю кем, даже заядлым курильщиком, короче. Ну что, ребятульки, мы практически собрались, но еще не нажрались. Да. Надо еще картоку. Что там еще? А, там по яйцам есть что ударить, это котелок мыть. Да, так, это с лодки. Забрать. Остались у нас вещи. Короче. И все. Все. На сегодня и, наверное, на все этот год уже завершающий. Дима. Ты все исследовал. Ты поедешь завтра с нами. Дима. Заберем тебя, да? Поедешь с нами, не будешь ты здесь один, не будешь, Димочка, не будешь мой золотой котеечности. Все, ребятки, курилово сегодня полдня, донки стоят, ни одного подхода, ни карася, по-моему, папа поймал. И все. В общем, погода вот такая пасмурная, тихо, вообще шикарная погода. Ну, вообще ни подходов, ни по поклевкам у нас с братиком, ни окунь, ни щука, ни... Никто, вообще никто, ребятки. Поэтому мы грузимся. Там папа уже мотор загрузили, вот лодка. Я-то уже начинаю подгружаться маленько. Вот, завтра мы с утреца почистим рыбку. И в путь. Ну, карасик поймали, ребятки. Вообще, у хорош карась, хорошенький. Или Олещ до локтя, что, тоже взялся на макуху? А что, он хоть звонил? Да,
что ну, начали вытаскивать донки, да и все. А, и там получилось, что они сидят, да? И не звонят ничего, да? Не звонят ничего, сидят и все. Капец, вот так, ребятки. Ну что, перезакидываем все. Мы хоть и уже и собираемся, но упираемся до сих пор. Хорошечно, хорошо. Встречались на водке, прощаемся на томатном соке. Угу. Выпить уже нечего. Вода-то есть? Ну, воду мы и пьем. Пить есть, что выпить нечего. Это большая разница, да. Батя вот раз мало взял. На следующий год мы будем еще лучше готовы. Да. Это фраза года. Понимаешь? Хотел еще литрушечку взять, но думаю, ладно. Не буду. Слишком много уже. Мы много выпили за твой успех. Да? Угу. Что, правда? Да. За судака сколько мы? 3 рюмки выпили? Обмывали. Да, обмывали судака. Она, наверное, как на сплавах. Вот нас 4. Хоп. Раз в 4 дня дежурный по кухне. Все. Остальные все рыба знают, что жрать есть. Ну, я думаю, отсюда прямо с плавом сели и поплыли по дому. Поплыли до Ростова. Искать места? Да. Вот тебе за 2 недели, один день подвеселились маленько и все. Да. Все остальное... Посмотрели, что действительно может так быть. Вот так вот. Поели, теперь можно и поспать. Не, надо помыться. Ну вот и с макухой все. Да, примерно. Удачно все. Удачно. Перекидали хера знает сколько. 50 пачек, короче, брать. Сейчас можно было и подвезти, но там еще есть. Короче, 50 пачек. Ну что толку, сын? Не абсолютно никакого. Нет, да, не получается, братик. Когда дед Саша был у нас здесь, шел, он на один кусочек ловился. Вообще похеру было. На, тебе звоночек. А то хоть одного поймать сегодня. Да, хоть вообще-то что-нибудь поймать бы. Лови, за шерстью работает у тебя. Что-то там. Не придется там надевать? У кого, трусы на ночь? Ну, пойму, что там, братик, пока. У тебя, видишь, петля. Собаки, это не петля, это этот. Видишь, там аниматовый. Сочленение. Две лезвия. Что там? Вообще не пойму, Васик. Идет туго. Идет туго вверх куда-то. Похоже, сейчас придется развиваться. Раздеваться. Ничего раздеваться, просто-напросто пойдешь в одежде. Не, пойду я сам, бери, принеси пакетик. Это в сторону уходит. Да, идет в сторону, как-то вяло он, но идет. Бегом, бегом, бегом. Не знаю, что там даже. Ну, он уходит, видишь, влево. Держи пакетик на месте. На месте, держи, не подматывай. Да, Сазан. Бегом, бегом, бегом. Сазан, Сазан, Паш. Что? Сазан. Давай, 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 давай. Держи одни. Вот так возьмешь? Или так? Вот так. Толкай. Пацак сразу в воду попал.
Вот, тихонько, тихонько. В домике. Талая вода, золотой песок. Хороший этот, ничего себе. Это хороший. На Барагос, что ли? На Богосовскую? А где она есть вообще? Бля, вообще вел себя спокойно, спокойно так. И тут вообще разбушевался. Ну, распочали. Вечерний. Вечерний распочался, да. Так надо тогда этого оставлять на дежурстве кого-нибудь. И что там, братик, с этой, с крючком сильно хорошо сел? Или я его прям на флажочке? Ага, на флажочке. Тихо, 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 тихо. Блин, что, он в воде вообще не пересопротивлялся, тут задрыгался. Не, его достать надо сначала, да. Ты его будешь на веревочку сажать? Да. Конечно. Да. Ну, это хорошая четверка тогда где-то, да? Да, где-то. Это такое же пятерка, наверное, как и Иди, иди отцу. Хорош, глянь, какой рыжманина. Вообще отеческий. А гля, Барагоса нету. Если это Барагос был, то его нету. И он клюет, ты видишь как? Вообще не... Пык, пык, пык. Положи его там в тазик. И это самое. Вот так, ребятушки, мы... Орыбились сазанинкой одной. Слава Богу. От нуля ушли нормальным сазаном, да. Да и дед не подкачал, мокрый хоть, но... Надо он труханул. Ну да, да, возле берега. Блин, а ты видел, как клевал? Да. Ё-моё, вообще, это за что такое? А он, братик, видишь, говорит, на, хоть что-нибудь поймай, говорит. Вот это тут сазаняка, ничего себе на пятак. Что-нибудь поймай. Что, ребяточки, вот такой был заключительный день наш на Дону. Завтра нам еще собираться, очистить рыбку. Ну, мы пока еще донки оставили, сейчас вытащим их. С утра, наверное, еще разочек забросим, пока будем лагерные дела делать. А может, что-то и поймаем. Завтра все увидим. До завтра.